Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Франц Стассен. Немецкий художник и иллюстратор. Родился 12 февраля 1869 года в Ханау. Получил образование в Берлинском университете искусств. Работал в рамках немецкой традиции югенстиля, вдохновленным такими художниками, как Макс Клингер, Густав Климт и другими художниками-символистами. Он наиболее известен тем, что иллюстрировал произведения Рихарда Вагнера, в частности «Кольцо Нибелунга» и «Парсифаль». Стассен был другом сына Вагнера Зигфрида и тесно связан с националистическим байроидским кружком, сосредоточенным вокруг Байроидского фестиваля. Его иллюстрации Вагнера были популярны в Вильгельминской Германии и широко воспроизводились. Говорят, что они предвосхищают героический американский стиль комиксов. Также были прокомментированы тщательно продуманные музыкальные ноты или мотивы в его иллюстрациях. В дополнение к своим вагнерским произведениям Стассен создал иллюстрации к сказкам братьев Гримм, Фаусту Гёте, а также другим литературным сюжетам. Стассен вступил в НСДАП в 1930 году. Создал 4 гобелена для рейхсканцелярии Гитлера, на которых были изображены мифологические мотивы из исландских эд. Важные персональные выставки состоялись в Байройте в 1937 году и в Дрездене в 1940. В 1939 Гитлер присвоил ему звание профессора. Умер в Берлине в 1949 году. Вот так вкратце о немецком художнике-иллюстраторе Франц Стассен. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.